Существует мнение, что успех любого события на 100% зависит от ведущего. Позвольте не согласиться. Тогда обязанности ведущего были бы намного шире. Вам красное или белое? Нам розовое. На мероприятии у каждого своя роль. Ой, извините. Главная задача ведущего – объединить гостей в одну большую семью. Девушка, встаньте чуть поближе к дяде жениха. Вообще-то я бабушка. Такая молодая, красивая. Я думал, вы подружка невесты. Нет, это я. Все, медведь свободен. Но ведущий должен быть готов к любой ситуации. Ну уж нет. Я его за свой пульт не пущу. Вот видите, успех любого события зависит не от одного человека, а от большой команды профессионалов. Это не бенефис ведущего. Я лишь связующее звено вечера. Главными героями тут остаетесь именно вы. Хотя...